Давайте, я готов. Да, кстати, можешь снять у меня вот эти крылья? Это не крылья, это джетпак. Ну, джетпак это. Ну, джетпак. Джетпак, который работает на надеждах и мечтах игрока. Так. А, реально, все уже этот, грузилось. Подожди, когда я скажу, уже можно будет проходить, я таймер врублю. Вдруг ты этого обгонишь? Меня. Стоп, я же правила сначала буду читать. Почитай. А тут не правила, здесь вот эти разработчики, апгрейдеры. Так, стоп. Это все, кто на сервере, кажется, был. Некоторые я не помню. Влад, Капкат. Play only in the third person. Понял? Только от первого лица. А, так некрасиво. Не трогайте клей. Ладно, не буду. Тот говорю, клей тут черный. Все, нажимать куда? И куда идти? Даже я сам вначале увидел это. Кнопку? Ну куда еще? А! Один раз. Я понял. Ну ты же этот квест строил, как я быстрее тебя сделаю? А что мне тут делать вообще надо? Тебе? Первым делом надо, короче, пойти этот комплекс от начала до конца. Эта штука чисто декоративная. Она ничего не делает. Ну ладно. А что мне делать? А, мне надо, наверное, через вот это. Да, тут тебе... Дверь, надо... открывайся. Тут сразу подсказка есть, что надо, надо делать. Надо идти по веревке. Я умный. Они провода, это очень... Ну да, это провода как. Ну, по проводам. Ну, веревка же. Так, я пришел никуда. Огромный генератор. Так, наверное, в нем что-то есть. Нет. Ну, не войти, сразу говорим. Так. Подсказывай ему. Ладно, молчу. Ну, а ты знал все это, что ли, когда проходил квест? Я быстрее. Ну, я как бы сам прошел и прошел быстрее всех два раза. Так. Ну, где тут кнопка? Ой. Внимательнее смотри. Ты уже одну минуту проходишь. Да. Ну нет, время тикает. Я пока около стены вот так постою, отдохну. Так. Пистолет подостаю. О, флекс, хоп. Так, хоп, если хоп, провод хоп. Ведет сюда, то значит где-то здесь. Я флексю! Так, тут нету. Может, внутри генератора? А, я же от первого лица должен играть, точно. Кстати, вот 4 попытки всего есть. Точнее, не попытки, а подсказки. Лекс. Подсказка номер 1 использую. Тоби сюда. А, стоп, я сам понял. Эх, зачем? Ну ладно. Осталось 3 подсказки. Я только увидел и сразу... Ну ладно. Будет 3 подсказки. Дайте подсказку, мы оба. Тебе сюда. Так же ты хотел сюда зайти. Так. Не, это не подсказка, я сам знаю. Так. Здесь уже лампы. А то что тут надо делать? Тут я нашел кнопку. Нет, нельзя делать. Как бы через стекло нельзя их открывать. Да нет, нельзя. Так можно? Нет. Так можно. Походи, по чесноку. Ай, ладно. Да чё? Чё? Подсказку ему дадим, не? Одну из 4. Нет. Ладно. Слушай, даже я здесь быстро догадался, что куда надо смотреть. Чеко? Там я вижу кнопку. Но есть бронированное стекло, которое нельзя пробить. Ара? Во, нашел. Пошел. А это открыл другую дверь. Ну я понял. Да не подсказывай ты им. Так, я тут нашел рычаг, и он открыл вон ту дверь. Ура! Я прошел квест. Нет, не прошел. Я, наверное, слишком поздно говорю. Стоп! Я же мог отсюда. А, нет, тут нельзя. Я тебе забыл сказать, типа, дневной свет выключи. Так, для атмосферы. Ну, допустим. Да. Так, Dying Light, все вот так. Так, о, тут, думаю, белая кнопка одна, нажму на белую. Нажму на серую, и на эту. На всякий случай. Подходит так же, как ты говорил, да, Кримзон? Да. Так, потом теперь. Стой, а почему? Нажал. Короче, ты там нажал на кнопку, должна была открыться. Ты, похоже, два раза. Ну, я нажал на все кнопки. Что-то где-то что-то открылось или закрылось. Я даже сам не помню вот этот момент. Я помню. Ну, просто кнопки, которые зажимать надо. Их нужно так держать, что ли? Нет, просто один раз нажать. Так, оружие пригодится? Нет, или да. Так, да или нет? Кто его знает? А, мне же третье лицо нельзя включать. Я забыл. Где-то что-то открылось. А где? Наверху? Где-то произошло. Я буду говорить, если что-то где-то произошло, окей? Было быстрее, чуть полегче. Тобо я же могу выпрыгнуть. А сюда нельзя. Нельзя. Ну, если я сюда смог запрыгнуть, значит сюда можно. Это просто недодумка небольшая. А, я забыл. Я не знаю, что у тебя открылось. Используешь подсказку? Использую подсказку. Подсказка номер 2. Что-то открылось на улице. А, да, все, я дальше вспомнил с прохождения. Все, я вспомнил. Так, что-то на улице. Кое-где что-то открыло для того, чтобы случилось что-то полезное. Вон та дверь, да? Слушай, да, там что? Так, и что мне тут делать? Подсказок пока что не будет. У тебя всего 2 осталось подсказки. Ну, я понял. Тут ни кнопки, ничего нет, только лампочки. Вон там кнопка. Внимание, типа, на этот, на выделяющиеся блоки. Так, все, я нажал на кнопку. Например, эта штука плохо поворачивает в одну, но хорошо поворачивает в другую сторону.
Так, все, я сделал, нажал на кнопку. Да, нажал, молодец. Молодец, нажал. Теперь иду, не знаю куда. А, я понял, тут ничего подозрительного не вижу. А, я вижу... тут опять надо найти кнопку. Ты что, серьезно? Кстати, ты подсказка, ну, не используй подсказку, типа ты в этой комнате уже много раз. Если я использую, что просить. Так, на подозрительные предметы. Да тут нет ничего подозрительного. Нет, я просто дали как бы подсказку. Ты на нее нажимал. А она вот тут где-то на этой панельке поищет. Это не считается за подсказку, это просто то, что... Ну их надо просто зажимать просто. Все открыл. Так, дальше что у нас? Стульчики. Дальше. Ну дальше понятно. Это еще одну третью прошел только квест. Чего? Падай. И тебе вниз. Давай вниз. Я ж подумал, я слишком толстенький был. Так, а вот здесь уже осторожно. Осторожно в каком смысле? Говорили тебе, не трогай клей! Я клей не трогал. Ну ты так не повстал. И что, мне теперь все заново? Да? Не, ну заново, но там уже легче путь, так что шипять открыл. У меня все открыто, короче. Да. Давай, тебе побежать-то немного. Тут кто дверь закрыта. Кто закрыл ее? Третье лицо надо. Вот это Аш, который тут бегает. Арти тут, который бегает. Так, ну все, я вернулся опять сюда. Прыгать в дырку? Так, получается, сюда нельзя. Нет. То мне конец. Сюда тоже нельзя. Вот кнопка. Ты пытаешься убить. Стоп, а я же мог тут просто так пройти. А почему он в нашей команде? Я его упустил. Ладно, отлично. Стреляющиеся блоки, помни об этом. Так, можно я на 5 минут отойду? Таймер тоже на паузу. Сейчас, таймер на паузе. Таймер? Все, я продолжаю проходить. Вы что его закрыли? Ну ладно. Так, это меня не волнует. Номер 12. Сколько человек может прожить без воздуха? Он уже долго живет. Все, давай, начинаем, таймер запущен. Так, наверное, наверх надо. Туда запаркурить? Помнишь, что я тебе говорил о блоках выделяющихся? А, тут ничего я не заметил. Ладно, вернусь. Так, я буду искать что-нибудь. Ничего нет. Кнопка. Молчу. Но кажется, этот выключатель ни за что не отвечает. Что? Я потратил пару секунд своего времени напрасно. А ты уверен, что... Ах ты читер! Ну типа этого не было, ладно. Ты еще одну комнату не исследовал. Давай, пойдем. О, красиво. Мне это напоминает, что ты тянешь. О! Нашел кнопку в навозе. Тут темно, не видно. Иди нажимай еще раз. Я зажал просто на всякий случай. Ой, блин. Кстати, а сейчас почему-то... я слишком высокий. Посмотрите на третьего лица на меня. Я тоже смотрю. Просто теперь бью тобой, у головы нет коллизии. Так, кнопка. Куда я вообще забрел? Иди в бункер и найди такую кнопку. Чего? Стоп, ты же... Да, ты же не нажал на один рычажок. На какой рычажок? Вы меня вытолкнули. Вы меня из вентиляции вытолкнули. На какой рычажок? Ну, такой рычажок. Ты на месте идешь по... Да, кстати. Да? Зови, значит. Да. Таймер выключай. Сейчас. Базальт, я застрял, спасай. А что мне делать? Где мне кнопку взять? В бункере. Какой нужен на месте? В бункер, что ему надо? Да я же и так был в бункере. А где там кнопка находится? В бункере. И это не кнопка, а рычаг. Ой. В секретной комнате, короче, которую ты не заметил в первом просмотре. Пустите меня в команду хотя бы. Все, впустил. Подожди, не включай таймер. Да, подожди, быстрый переход на место, куда тебе надо. Давай. Это? Так вот. Погоди, пока что не входи в него. Ой. Где я? Так, я направляюсь. Я понял, такого цвета портал уже был. Где я? Что это? Феринг. Погоди, я кажется нашел эту секретную... Погоди. Фу, как... Да ё-моё, чё ты ко мне... Так, мне надо сюда, да? Слушай, я кажется нашел комнату, которую я сам не знал. Чё он там находит? Так. Чё он там находит? Так. Что не нахожу? В первом просмотре ты не заметил какую дверь, которая очень сильно, блин, выделяется. Да. Она прям, она буквально прям перед твоим носом. Ну я знаю, что это дверь. О. Я думал, она закрыта. Окей, да. Уйди. Ну, сразу говорю, вот именно вот здесь монитор ничего не делает. Но в этой комнате находится то, что тебе нужно. Камеры. Кстати, Кримзон, пойдем за мной. Я нашел ту комнату, которую я не находил ранее. Ты пока что тут ищи. Ай!
Это что? Я не знала об этой комнате. Я нажал на рычаг. А, тут что со свет? Уберите это, я не могу пройти. Это не я, это... Это, может, ты его нафиг из тьмы, а? Надо его убрать. Давай я заново сейчас запущу таймер, потому что как бы из-за того, что у тебя вылетело. Нет. А. А вот этот потолок, который тут все освещает, нет? Все, давай. Уберите это. Может, лампу убрать, нет? Скажите ему, чтобы лампу убрал. Ой, блин. Ай, капец, я сейчас ослепну. Он меня в лампах запер. Он выход закрыл. А, это даже светится. Все, у меня открылась дверь, я иду дальше. Везде эти лампы, видно. Так, я попал в тюрьму. Нет, тоже кнопка. Видно прямо из-под земли. Мне надо, наверное, было туда идти. А, глаза. Так, паркур. А, решай это головоломку. У меня одно ощущение, то, что вот этот Артик, который с нами бегает, нам... Я понял, что надо делать. Так, ой. Вы что, вы уже в той комнате? Ой. Закрыто. Ага. А я понял. Лифт-то не просто так, наверное. Я сюда нужно поставить коробку. Я тебе ничего об этой комнате говорить не буду. Лично я... Кубик не закидывает. Да, Арти, не трогай это. Он, мне кажется, он обязательно тут все потрогает, что-нибудь понастроит тут. Ну, за это, наверное, я долго прохожу. Идти буду. Я в безвыходной ситуации. А, да. Кримсон, помогай. Пущена штука по безвыходным ситуациям. Решение безвыходных ситуаций, давай. Что ты сделал? Ты ничего не поменял. Давай помогу. Смотри, вот надо было вот подковырнуть своим боком. Своим так. Боком. Который выпирает. Пускаем Black Blaze, нет? Нет. Не пускай, никого не пускаем. А то их так много сейчас будет. Да тут и один Арти столько проблем создал. Да, то освещает, то просто вот... Надо написать Арти, чтобы он не мешал. Напишите ему, а то у меня сейчас время так будет. Да что он идет куда, не знает сам. Так. Стой. Он сейчас все за меня придет. А вот здесь еще одна. А здесь подшалка есть. А... Чё, где я? Кто я? А, вот. Не мешай, кей. Отлично. Давай тебе этот, сбросил немного времени, давай. Так, что мне делать? Дальше искать проход и так далее. Даже секреточку можно здесь найти. Точно, потом... Так, ага, тут дверь закрыта. А почему тут нет зимы? Вот, потому что здесь уже весна. Вот тут вот не подходи к этому, если что, он еще не открыт. О! Нашел. Быстро. Так, захожу, получается. Просто как ты обратно собираешься выбираться, блин? Ой, да я не знаю, мне что, все время зажатым это держать? Это неудобно. Нет, один раз нажать хватает. Один раз хватает. Один раз нажимаешь, оно не открывается вообще. Вот здесь, да, здесь... Тоже закрыто. Ну, единственная дверь, которая здесь может... Тут вода, что ли? Да, это вот труба потекла. Так, тут должен быть рычаг где-то. Я вижу, труба протекла. Серьезно? Дверь нашел. Какие-то чертежи секретные. Он лугут и действ, арен дон лайк. Это ключ? Это ключ или парковка, я не пойму. Конечно же, это расческа. Я нашел кнопку внизу под столом. О, молодец, все. Молодец, нажал, и теперь открылся один из проходов. Какой? Какой-то. Гениально сказано. Так, а тут ничего не открылось-то. Так. Она закрылась. Ну, мать, я не помню. Шкафчик открывается. Один раз нажать надо, кстати, говорим. И что мне делать с этим? Да, я тоже сначала здесь затупил. Так, тут ничего не... Куча... Огромная куча бумаг. Нашел кнопку. О, молодец. Я даже забыл, тоже здесь кнопку. Так, теперь надо бежать отсюда. А что дверь тут открылась сама? Вот это открылось? Нет. Еще до этого была одна дверца. Я помню, открылась. Я иду за ней. Так, дальше что? Дырка какая-то. Тоже дверь. Там уже кнопка находится. Я уже сам нашел ее. А. Я бегу. О, я ж тут уже открыл. Надо сюда, я знаю. Так. Где ты ему подсказывай, пожалуйста? Так, нажал. Откройте дверь. Зачем? Дверь откройте, мне же выйти надо. Я даже забыла об этом. Так, и тут последняя, да? Да, ну, точнее, да, вроде последняя. Или предпоследняя. Тут ничего нету. Где оно? Так, оно где-то открылось, но где, я не знаю. Тут тоже нету. Где дверь была последняя, я забыл. Надо найти. Ой, не туда. Так, получается, там я был. Значит, только тут, может быть. Стоп, отсюда же я и пришел. Я пойду на выход. Может, что-то на улице, я все уже посмотрел. Так, что ты там стоишь? Может, там вот что-то? Опа-на, где я? Тут закрыто. Все, он додумался. Я просто голосовой слушал от подруги. Да, я моя, тупые баги. Тут железная дорога.
Где поезд? Так, это заброшенное метро? Наверное, надо бежать в конец, потому что тут я ничего не вижу. Лучше тут буду ходить, еще поезд проедет. Так, я там что-то вижу. Странно, что-то светится. Там есть лестница, ее надо сбросить, наверное. Да, на шарнирах. Клей можно трогать? Тем временем вспоминаем правило, нельзя трогать клей. Где-то кнопка, да, значит? Да, где-то поблизости кнопка. Поблизости? Ну вот. Что, дадим подсказку ему, нет? Стоп, у меня же еще две подсказки. Где? Где кнопка? Подсказка. А, ближе к входу. Ближе к входу. Это не подсказка. Точное расположение по координатам. У входа. Я уже бегу. Здесь. Где? Тут? Мы, вот. Внимательно, внимательно осмотри этот аппарат. В него можно зайти? Нет. Наверху? Нет. На полке? Я даже несколько раз сам уже увидел эту штуку. Я на нее сейчас прямо смотрю. Куда ты смотришь? А, вон, я вижу, очень вообще засекречено. Я даже сам сначала не тут, где-то... Так, я пойду... Вон, открылась. Пойду лестницу своей головой остановлю, чтобы она не шаталась. Нет, хотя не она иди. Она может меня ушатать. Не так. Иди. Стой, нет. Так, сейчас я ее остановлю своей головой. О, все. Молодец, ой. Ты с той стороны залазишь. Я понял. Я иду по вентиляции, да? Да. И куда я иду? А уже сколько квеста осталось? Я его уже прошел. Вот это финал. Так. Да? Все, и вот я на первом месте сижу. Ну я на каком буду? Ну ты прошел за 20:02:21. То есть за 20 минут. А ты за сколько прошел? Он, по-моему, где-то за минут, вроде бы, я сейчас помню. За минуту? 17. Ей, я осталась на первом месте. А, ну понятно. Но при этом ты обогнал Гагмастера. Молодец. Прошел за полчаса. Мои бабы хоть к нам, так, типа. Я буду на третьем месте, да? Да, поэтому я сейчас... Ну, ты, конечно, наверное, знал все, куда идти. А! Я тоже не знал, но при этом я просто проходил кучу головоломок. Ой, где это? А, я застрял. Я тоже. Сет в помощь. Ресетами пользоваться нельзя же. Я хочу посмотреть, как меня добавят на лидерборд. Можно я сверху тоже, коллизию я убрать? Я тоже за этим смотрел с таким удовольствием. Можно убрать крышу? Ой. Крышу можно убрать? Через портал давай. Какой портал? Я на крыше стою. Так, ресет и портал. А, куда идти? Где портал? Прямо на спавне. Ну, точнее, в самой стартовой комнате. Да меня тут портами уже. Я тебя жду у спавна. Так, где? А, погоди. А, вон там, зеленый. Вот, давай, сюда заходи. Ду-ду-дум-ду-дум. Ух, геймс. Ура! Я хотя бы... А сколько человек этот квест? Я сохраняю. Ой, теперь я тут буду. Вот, да, thank you for playing. То есть спасибо за игру. Эту карту делали 13 человек. Эта карта делалась почти или даже более года. Мы надеемся, вам понравилась карта. Чё? Ну хорошо. И переводчик, чё сказать. Чё за лазер? Ой, о! Ну все тогда, да? Или еще что-нибудь да? Будем смотреть? Вроде больше нет. Так, ну хорошо, спасибо вам, что показали свои постройки. Ага. Всем пока. Bye. Тебе и тебе. Да.